И вот ты у цикад. Ты извини, не знали, кто ты. Где Эли? Она жива. Откачали. Вы столько прошли. Скажи, как? Все она. Целеустремленная девка. Может, это судьба. Я стольких потеряла по пути. Отдала почти все, что было. А потом приходишь ты, и мы чудом успеваем ее спасти. И правда судьба. Я иду к ней. Можешь не волноваться. Мы позаботимся о ней. Не могу. Я хочу ее видеть. Нельзя. Ее готовят к операции. Какой еще операции? Врачи говорят, что кордицепс внутри нее как-то мутировал и дал иммунитет. Они извлекут грипп и смогут синтезировать вакцину. Вакцину. Как грипп отделят от мозга? Никак. Ищите кого-то еще. Она одна такая. А ну, веди меня к ней. Стой. Я знаю. Ты думаешь, что тебе сейчас тяжело, но не представляешь, каково мне. Я помню ее с пеленок. Обещала матери присмотреть за ней. Как ты можешь допустить, чтобы ее убили? Это важнее меня. Даже ее. У нас просто нет выбора. Да. Да, вижу себя, ты уже убедила. Выведи его. Только дернется, стреляй. Последний шанс, Джоэл. Вставай. Так, Е-Е, всем привет, с вами канал DH Play Games. А ну, вставай. Мы продолжаем проходить The Last of Us, часть первая. Мы уже все, это последняя глава, это последний наш забег. Давай. Иди. Так, Джоэл, что, в последней серии его вырубили, потому что он начал спасать Элли, потому что Элли начала спасать его. Иди, я сказал. Захлебнулась водой, начал ее спасать, потом пошли солдаты и вырубили его. А ее, походу, забрали. Куда? На операцию, она должна умереть во время операции, чтобы спасти все человечество. Так, наше оружие, ружье, так, запомнили. Одна винтовка, да? Хрен ли ты встал, шагай! Иди, говорю! Где операционная? Бля, в яйце, что ли? Не тяни время. Где? Где? Самый верх! Левый и правый. Конец! Бля, конца тоже нету. А может и есть. Черт. Контрабандист! Он здесь! Это, конечно, имплант, блядь. Ебать, она что еще звукооглушающая? Ебать, я не знал. Бля, ща автомат возьмем, нахуй, пизда. Тут тоже! А черт! Тут убитый!
ищем дальше. Хрена тебе! Куда у них оружие, блядь? Солгала, солгала. Нет, нет. Бля, хочу автомат. Где ты, сука? Не упусти! Ах ты, мразь! Бля, дайте мне автомат. Контрабандист! Сучка! Бля, куда бежать-то, сука? Вас дохуищет как-то, блядь, мне как-то стрёмно нахуй с вами. Вы чё? Блядь! Пизда! Блядь, лагает, пиздец, нахуй. У меня сейчас мозг нахуй лопнет. Лагает, лагает, пролагало мне что-то как-то очень сильно, и мне это очень как-то не понравилось. Блять, уебан. Так, охуенный лютый замес у нас происходит. Так, думаем. Черт! Куда? Ты так? Бля, патроны не взял. Что с Джоэл?
где она нахуй? Так, записочка. Собираем. Не будем читать, забираем просто ее и все. Так, нашли какой-то дневник. Забираем. Так, здесь тоже куча улучших. Собираем. Так, блядь, до сих пор нет никаких подборов. Закрыто нахуй. По-любому должен быть. Это что, он закапнул его, почему-то нету. Используем отмычку. Я вижу еще какую хуйню. Забирай, забирай. Тончик забираем, купим никого уже купить. Патрончик. Так, 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 нихуя. Это ж все мое, да, походу? А, револьвер. Сюда мы поставим вот этот пистолет. Вместо этой хуйни мы поставим дробовик. Вместо этого молотов сделаем. Так, молотов. Так, не-не, точку забираем. Молотов похуй. Так, справимся. Оружия нет, заточек нет. Угу. Перезарядка. Это тоже забираем. Патроны взяли. Перезаряжаемся. Он не должен проскочить, ясно? Пошли! Это что? Он здесь! Не пускать к ребенку! Нас не хотят пропускать к ребенку. Бля, вроде имбовое оружие должно быть самым пиздатым, а какой-то, бля, хуйня. Не упусти его! Сука, обходит меня, пидорас. Блядь! Он на прицеле, вперед! Да нихуя не на прицеле, блядь, ты лучше. Еще один пытается меня обойти. Он даун, блядь, или что? Прикрой меня, я иду! Давай. Так. В этом скрываешь, если не отсюда вышел. Вот. Это их задержит. Ну, я бы не сказал, что это очень...
не очень такие, блядь, нужные действия от Джоэла в данный момент. Дверь красная, здесь прекрасная. Ну давай. Я знаю, что сейчас будет. Я уже это видел, я уже это проходил. Господи. Доктор? Что ты здесь делаешь? Я не дам ее забрать. Это наше будущее. Подумай, скольких мы спасем. Нет другого выбора, да? Ой, блядь, жесткий. Грязная тварь! Я вас не целовал, не тронул. Пошли, детка. Держу. Да, держу. А, черт! Да, мы сейчас просто бежим. Ломаемся откуда-то. Вот и все, блядь, где три? Сюда, живо! Черт! Он где? Все будет хорошо, малышка. Не бойся. Прикрыть выходы! Не бойся. А вас сейчас всех перебить, потом... Держись. Они нас не будут стрелять, потому что у нас она, и она нужна живая. Тебе не уйти! Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Это твой последний шанс. Оставь ее. Вижу его. Она разве не нужна живая? Ну же. Бросать, стрелять. Хорошо, что этим игру не испортили. Ну давай, давай. Ее не спасешь. Допустим, ты выберешься. Рано или поздно ее разорвут щелкуны. Или бандиты изнасилуют и убьют. Это не тебе решать. Это ее выбор. Ты ведь знаешь. Слушай. Ты можешь поступить правильно. Ей не будет больно. Сделал свой выбор. Что это за ночнушка? Пока не вставай. Отойди от наркоза. Что случилось? Мы нашли цикад. Оказывается, таких как ты много. Людей с иммунитетом не один десяток. И от них никакого толку. Они и бросили попытки создать вакцину. Мы едем домой. Прости. Не стреляй. Отпусти. Ты будешь ее искать. Блять, жестко.
Так, и мы возвращаемся к Томми, да, вроде как? Те же горы, тот же пейзаж. Ну? Вроде можем идти. Отсюда нам по прямой. А здесь за нее игра, да? А тут красиво, да? Здесь да. Офигительно, просто прекрасно. Так. Не зацепись волосами. Все, держу. Возраст дает о себе знать. Девочки. Я тебе не рассказывал? Не, здесь красотища. Мы с Сарой любили гулять по лесу. Крепкая девчонка, не угонишься. Комикс, последний комикс. Бля, его тоже, походу, помню. Мне кажется, вы бы с ней сразу подружились. Как он Она бы тебе точно понравилась. Симулярность. Да. Ну-ка. Власть странников пошатнулась, но долго ли? После дерзкого рейда и чудесного возвращения домой Даниэла стала бессменным предводителем последнего дозора. Героически погибший капитан Райан был объявлен мучеником, и Даниэла не стала... И Даниэла не стала это оспаривать. Но как долго она сможет... Но как долго она сможет скрывать правду? Прям с намеками, да, на то, что сделал Джоэл? Я все комиксы нашел, вы прикиньте, я за всю игру нашел все комиксы. Но не все медальоны цикады, да. А комиксы все собрал. Ачивку получил. Ух ты. Смотри, мы почти пришли. Да, мы вот так уже здесь, по сути. Уже недалеко. Давай помогу. Дай руку. Подождите, скоро уже будет. Идем. Или нет, или что-то путаю. Погоди. Не помню, когда она вышла. В Бостоне. Когда меня цапнули. Я была не одна. Мою подругу тоже укусили. Мы не знали, как быть. Она сказала: «Давай просто ждать. Мы сойдем с ума вместе. Это так романтично». Вот я и жду до сих пор. Элли. Ее звали Райли. Она умерла первой. Потом Тесс. Потом Сэм. Элли, ты тут ни при чем. Нет, ты не понимаешь. Я не сразу смог принять то, что выжил. И надо просто... Надо идти вперед. Искать, за что сражаться. Знаю, ты не это хочешь услышать, Поклянись. Но... Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Клянусь.
Был хороший. Ладно. Блин, это было прекрасное путешествие. Спустя 10 лет оно также прекрасно. Оно также прекрасно в день, когда мы с ним встретились. Это шедевр. Некоторые не мотаются, да? Хорошо, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Советую вам пройти эту игру, посмотреть сериал. Ознакомиться со второй частью. Всем пока.